Жальников Алексей Юрьевич, 11 февраля 1987 года рождения. Уроженец города Орла, гражданин Российской Федерации. При каких обстоятельствах вы решили поехать на территорию Украины? И с какой целью? В связи с пропагандой по российскому телевидению решил приехать здесь и вступить в незаконное бандформирование Луганской Республики. Там было у нас 2 взвода, и мы сменяли сутки через сутки. Но пока не взяли Георгиевку и Лутугина. Кто брал Георгиевку и Лутугина? Первый раз пробовали россияне взять, у них не получилось. Мы потом раненых отправили. Кто такие россияне? Псковские десантники. Вы их лично видели? Да, я их видел. Какое количество примерно было? Их было около 200 человек, потому что разведка Заиц сообщила, что там в Георгиевке мало украинских сил, и поэтому они пошли, там человек 300 пошли на взятие Георгиевки, то есть там, как я помню, человек 100 чеченцев шли слева, а псковские десантники шли спереди и справа от нас. Знаки различия были на форме? Нет. На технике? Не было ничего. А вы не спрашивали, почему нету знаков различия? Ну, я думал, для маскировки, чтобы не сильно светиться. То есть, были ли у псковских десантников? Да, да, да. Нет, тогда по шее влепли так, что мама не горит, там еле, там первый взвод в окружение попал, он еле выбрался. Они приняли бой? Да. Сколько длился бой? Сколько по времени длился бой? Часа 2. А у них много погибших было?